деревне Черные Мосты. Не, по идее, так я сейчас не буду сидеть с активом, потому что если бы трансляция не прервалась, тогда наш так главный нет. Подозреваемый. Отчет по программе переселения жителей деревни Черный Мост. Почему он убивает жителей родной деревни? Список жителей, включенных в программу переселения. Чхвейльман, Ли Джонгу, Ким Джиндок, Ким Намсик, Ли Джегён, Согым Джа, Ли Гымне, Хо Джинок. Улица Мэнсин, дом 221, квартира 201. Мне, конечно, интересно, какая у меня будет зарплата. Но мне как бы уже насрать, честно. Потому что, как минимум, все, что я сейчас могу поставить на вывод, это такое. Это рейнджер национального парка. Есть кто дома? Кто там? Вот именно, я про это и говорю. Типа, там у нас именно докинет зарплата всего рублей 200, нахуй, уже похуй. Я ищу женщину, которая здесь живет. Хо Джин Ок. Вот, смотрите. Мы должны были встретиться на горе, но я не могу до нее дозвониться. Она говорила, что собирается идти в горы. Но ей вдруг стало намного хуже, и ее увезли в больницу. В больницу? Хо Джин Ок. Недавно у нее нашли рак поджелудочной. Сказали, что ей осталось. Ну ладно. Так тоже есть актив. Не знаю, каким образом, но допустим. Хуй знает, конечно. Она рано стала вдовой, родных у нее нет. Все это так грустно. А Настя мне сказала, что она сейчас, короче, так сделала. Тут типа не предупредила, да. Ничего. Потому что она сейчас всем добивает, но типа представь, сколько у нее человек, она просто с 7 телефонов вот так нахуй сидит. Потому что времени нет. Да нет, не знаю. В то время я ходил в школу, в городе. А от своей мамы вы случайно ничего не слышали? Я же сказал, что не знаю. Извините, но я занят. Пожалуйста, уходите. Постойте. А вы не могли бы дать мне адреса тех, ну, реально, да. Переехал из деревни? Согласна. Они мне тоже не нужны. Это было 30 лет назад. Так, вообще. Откуда мне знать что-то о людях, которых разбросало по свету? Начальник Ким не перезвонил? Нет. Но я все равно в это не верю. В то, что на горе убивают людей. Фун Сун бы этого не сделал. Я знаю, в это сложно поверить. Но вы должны быть осторожны. Он снова может предложить встретиться в долине Черного моста. Тогда сразу сообщите мне. Хорошо. Вы тоже скажите, если что-то случится. После случившегося с Янсо он собрался и уехал в город. Ясно. Спасибо. Отчет о происшествии. Ким Джиндок. Отчет об экстренной ситуации на горе Чири. Жертва Ким Джиндок. Ким Соль выжил. Но это не конец. Что-нибудь. Обязательно. Не понимаю, где они находят этих дарителей? Вообще как-то все устроено и так далее. Как-то странно. Почему эти дарители просто так
не смотрят эфиры и не дарят. Я смотрю дораму. Гора Чери вроде. Спасибо. Чё ты так быстро закончил эфир? Ты же вроде только начал. Ты мне не ответила. Я говорю, ты же только начал эфир. Я когда выходила, у тебя был эфир. А чё у вас? Нормально всё. Фильм ужастики. Как вы? Я тоже. Это твоя вина. Нет, я не знаю, что это за фильм. Если бы она не села на тот автобус, с ней ничего бы не случилось. И если бы только... Уходи, пожалуйста. Просто уходи. Привет. Эй, Хёнджо! Отличная работа. Как дела? Хорошо. Он тебя не... Привет. Обижает. Я нормально, а ты как? Вот так лучше. Дети из лагеря Чонсон сейчас возле пика Чхонванбон. Интересно, как прошел спуск? Одна группа детей спустилась, другая находится еще там. Ты что-то ищешь? Что-то потерял? Ну, армейский жетон. Что? Почему ты ищешь жетон на горе? Погодите, кажется, я... Ты же говорил уже. Да, и я тоже видел. Привет. Там, где ты встретил медведя. Долина Черного моста? Вы имеете... Смотрю дораму. Гора Чери. Да. Я там все рассматривал. Не знаю. Когда мы приходили ставить предупредительный знак. Что это? Да что это? Я тоже хочу бросить, но пока что... Попозже. И кто только все это здесь оставил? Там много разных вещей. Ловушка для змей, трекинговые палки, веревки, кошки. Я думал... Thank you. Кто мог все это оставить? Может... Может... Что? Палка? Наверное, это нелегальные туристы. Тут еще кошки. Армейский жетон, веревки, кошки, трекинговые палки, ботинки, ловушки для змей. Я тоже. Вчера погуляли под дождем немножко. По магазинам ходили, все. Кто забрал все вещи из пещеры? Кто их забрал? Наверное, у нас уже дня 4 примерно пасмурно и дождь. Каждый день. Сегодня не знаю, был дождь или нет, но было пасмурно. Да. Мне сказали, вы забрали оттуда вещи. Мы? Нет. Когда мы туда пришли, там уже ничего не было. Привет. Может, это с главной станции, группа поддержки? Привет. А кто еще? Меня зовут София. Мы приют Педам, главная станция ССОК и центр экологии. Ну, для Питера плохая погода — это нормально. Да. Там хотя бы с плохой погодой красиво. Пещеры в долине Черного моста. А здесь и так стрёмно. Так еще и дождь. Фу.
Хорошо, я понял. Темно, потому что уже ночь у меня. Я собираюсь спать. Лес. Гора Чири. Журнал патрулирования. Не помню, как же. Станция ССОК. Сейчас поищем. Так, никто из них не трогал оставленные вещи. А. Я с Комсомольска на Амуре. Ну, я и так перееду в Питер. Или в Калининград. Вы что-то потеряли? Все, что здесь было, уже забрали. Почему все это бросили в таком глухом лесу? Приведи подмогу и разберись со всем этим. Да, хорошо. Музыка, дай. Это преступник. Это он все забрал. Ну да, 20 минут и все. И просто поставить бубы на вывод. И спать ложиться. Если убийца было, что прятать, что гора... Ну завтра 1 апреля будет. Все по новой. Вещи, оставленные в пещере в долине Черного моста... Ладно, сейчас я постараюсь просто там по часу, по два... В обед вести эфир и все. Их забрал убийца. Если будет время. Нужно.